Плёс на Волге теперь привлекает не только культурно-эстетствующую общественность, но и спортивно-активную часть населения страны. Более 200 велосипедистов приехали сюда, чтобы проверить свою выносливость на веломарафоне. В Плёсе он проводится второй раз и является этапом Кубка велосипедных марафонов России. Участников соревнований нельзя назвать профессионалами, но, безусловно, они любители высокого уровня. Но участие больше влияет не опыт, а желание. Приезжают участники просто проверить себя, проедут ли они этот круг, проедут ли они 60 километров. Те, кто не уверен в себе, не уверен, что они проедут все три круга, заявляются на фитнес-категорию 40 километров. Это два круга. Плёс оказался идеальным местом для соревнований по маунтинбайку. Рельеф местности позволил организаторам составить наиболее интересную трассу для велогонки. В качестве эксперимента в нее включили еще и брусчатку. Соответственно, у нас получается достаточно большое количество покрытий. Это асфальт, грунт, брусчатка, ну и, соответственно, попадается где-то бетонка. В первом круге сразу стала известна группа лидеров. Они вырвались вперед, и отрыв в сравнении с другими участниками составил чуть ли не на целый круг. За лихачами наряду с болельщиками наблюдали и два пункта скорой помощи, 5 машин ГИБДД, катер МЧС, а также незаменимые волонтеры. Очень важной на веломарафоне является работа волонтеров, которые стоят в специально отведенных пунктах и помогают изнеможденным спортсменам дожить до финиша. Первыми финишировала группа в категории фитнес. Сюда вошли те, кто отказался от марафона на дистанции в 60 километров. Но и за 40, как выяснилось, получить удовольствие успели. Подъемы вот были, где вот было немножко тяжеловато заехать из такой не глинистой, а из камушка такого гладкого. И были также в поле грязевые участки, довольно такие интересные, где в колею надо было войти, где очень довольно тяжело проехать было местами. Дмитрий из Москвы узнал о Плёсской велогонке, прочитав отзыв одного из участников прошлого соревнования. Решил, что обязательно приедет сюда. Вот вы знаете, я прочитал и вот понял, что я хочу. Потому что он так это красочно описывал, то есть вот проезд по набережной, по центру города, там подъемы, куча болельщиков, ощущение Тур де Франс. Я действительно хотел это испытать и, скажем так, я это испытал. Такого действительно нигде нету. Абсолютным победителем веломарафона среди мужчин стал Зубков Дмитрий из Калуги. Среди женщин Виктория Хрусталева из Москвы. Кроме того, в каждой из 12 возрастных категорий были свои лидеры. Эта семья показала лучший результат в категории G+ и M19. Вообще, изначально мы лыжники. Как-то и лыжами занимались, и бегом. Потом еще пошло это увлечение велосипедом. И сейчас уже как бы он уже больше велосипедист, чем я. Правда, сына Виктории не совсем устроил результат. Хотел попасть в абсолют, но прямо на старте по какой-то случайности упал и потерял время. Я бы не сказал, что из-за падения там это все свершилось, но просто я собирался со старта уходить в отрыв. Но это падение, оно как-то очень сильно сказалось на моем самочувствии на первом круге, а на втором уже накопилась усталость. В целом на самочувствие во время гонки и после финиша участники не жаловались. Серьезных травм удалось избежать. В основном были осаднения, ушибы коленных суставов, тяжелых травм не было. Многие приезжие участники веломарафона отмечали, что на соревнованиях подобного уровня не всегда встречали такую грамотную организацию. Ну а само место их проведения впечатлило всех. Такие соревнования на выносливость в невыносимой красоте будут проводиться и на следующий год. И, как надеются организаторы, желающих покататься вдоль Волги станет еще больше. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.